Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодня хочу пройтись по проекту «Бери свою», который находится на предстарте. Старт у нас состоится 24 октября в 18:00 по Москве. И пройтись по маркетингу, кто не понимает. Значит, у нас здесь две площадки. Мини, активация 330 рублей, и Макси. Там 3300. Они одинаковые, только разный вход. Значит, я зашла на мини за 330 рублей. Значит, давайте разберем. Вы встали, да, активировали площадочку. Да, 330 рублей. Активация 300 рублей, а 30 рублей идет вашему пригласителю. Значит, вы пригласили одного человека, и у вас возврат вложенных средств сразу с первым человеком идет автоматически на Payeer кошелек. С двух других партнеров накопительные идут автоматически на второй стол. К вам во втором столе встали два человека. Неважно, ваши личные приглашенные или это к вам пришли переливом люди. Вы получаете по 600 рублей с каждого человека. Далее с пятерых 2, 4, 5 накопительные автоматически идут на третий стол. И уже на третьем столе с каждого партнера вы получаете, опять же, неважно, лично ваши приглашенные или это перелив, уже начинаете получать с каждого по 3000 рублей. Итого на Payeer вам приходит 43500 рублей. Значит, это необычная такая матрица. В первом стали 3 человека, во втором 7 и в третьем 14. 3, 7 и 14. Макси точно такая же площадка, только вход подороже. Все то же самое. Далее идем в кабинет. Мой аккаунт. Пополнение уже, друзья, открыты. Сейчас зайду в кабинет. Далее. Идем в кабинет. Нажимаем на вкладочку «Мой баланс». И здесь прописываем Payeer кошелек. Так как проект работает с Payeer кошельком, выплаты автоматически на кошелек вам будут идти. В кабинете денежка не задерживается. И сюда прописываем сумму. И автоматически нажимаем «Пополнить». Вас перебрасывает на Payeer кошелек. И пополняем баланс. Далее, после того, как вы пополнили, нажимаете матрицу. Вот у меня мини. Вот здесь «Активировать» тоже будет написано. И вот будет вот такой вот кружочек идти. Крутиться до самого старта. Далее здесь две партнерские ссылочки. Первая вот ссылочка и вторая специальная ссылочка для социальных сетей. Здесь администратор ВКонтакте, есть группа ВКонтакте. Ну и адрес суппорта можно написать, если что. Далее, после того, как вы пополнили баланс, активировали место в площадке, у вас появляется такая надпись. Чат ВКонтакте. Надпись эта появляется, ссылочка, она кликабельна. Можно присоединиться в чат. Только кто уже активировал место себе и пополнил баланс. Нажимаете и добавляетесь в чат. Далее здесь будут ваши матрицы. Когда старт стартанет, как бы, да?
Значит, площадка будет активирована после старта. Старт состоится 24.10.2019 года в 18.00 по московскому времени. Далее, мои партнеры. Здесь будут отображаться ваши партнеры. Вот. У меня 5 человек. Далее, здесь у нас находятся баннеры всевозможные. Сразу вот тут баннер, и здесь ссылочка на баннер. Вот вы нажимаете копировать, и ссылочка как бы вот она копируется. Ничего здесь как бы не надо самому копировать. Вот взяли сразу и разместили. Далее здесь у нас находятся новости. Так, проекта. Здесь финансовый отчет. Вот. Пополнение, активация. Все у меня пополнено и активировано. Здесь вопрос-ответ и профиль. Здесь заполняете имя, загружаете аватар. Я добавила группу ВКонтакте, если кому нужна будет помощь. Ну, а здесь изменить пароль. Вот. И здесь также сохранить. Такой вот интересный проект. Кому интересно, друзья, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо. На старте нам никуда нажимать не надо. Никаких кнопок. Все автоматически активируется. Это расстановка мест, друзья, будет по дате регистрации. Народ, конечно, прибавляется. Народу много. Ну, буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.